Всем привет! Сегодня обзор на новую модель кроссовок Кевина Дюранта Nike ID 5 Tray. Данная модель доступна в четырех расцветках: красная, черная, белая и серая. Верх кроссовка выполнен из тканевого материала, очень приятного на ощупь и мягкого. Носок кроссовка запаян гиперфьюзом, также гиперфьюзом запаяна шнуровка по контуру и пятка с внутренней стороны. На шнуровке есть 6 отверстий с каждой стороны. С наружной стороны есть дополнительные петли, за счет них нога фиксируется очень хорошо. Также внутри кроссовка есть удобный и мягкий сапожок. В пятке есть пластиковая вставка для фиксации голеностопа. Кроссовки получились средней высоты. Подошва выполнена из плотной резины. Протектор данной модели елочка, который очень хорошо цепляет паркет и не дает кроссовку проскальзывать. В передней части кроссовка есть баллон Nike Zoom. Сзади в пятке только резина, баллона никакого нет. Кроссовки получились легкими, с хорошим сцеплением. Для улицы они не подойдут. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Также подписывайтесь на наши страницы в соцсетях. Если есть вопросы или хотите приобрести данную модель, ссылки внизу в описании. Всем спасибо за просмотр.